Инструкции по фрамугам. Подготавливаем фрамуги, прикручиваем метизы, шпингалеты, ручки, петли. Оставляем пролеты без поликарбоната, где у нас будет фрамуги стоять. Прикручиваем фрамуги, лишнее по фрамуге отрезаем, где будет фрамуга у нас. Здесь также отрезается лишнее, где будет фрамуга ставиться, и вешается фрамуга. После фрамуги, как повешали, уже накладываем поликарбонат. Сели фрамуги, лишнее обрезали, чтоб здесь обрезается, и до туда также обрезается. Сейчас будем накидывать поликарбонат. Поликарбонат накрывается до сюда, лишнее там обрезается, и то, что там остается, уже ставится на эту часть. Кинули лист, прикрутили его фрамуги. Сейчас будем лишнее обрезать. Вот этот вылет и этот кусочек у нас идет уже вот сюда вот через фрамугу лазим и прикручиваем. Фрамуги здесь мы прикрутили. Сейчас это лишнее здесь обрезается, клеится профиль лента. Здесь также прикрутили лист на вторую фрамугу изнутри, там обрезали уже, и вот этот кусочек оставшийся накладываем сюда, из фрамуги вылазим и прикручиваем, и также лишнее обрезается здесь с той стороны. И дальше уже ставятся автоматы, прикручиваются цепочки. Сейчас фрамуга приоткрывается и там выравнивается, прикручивается оставшийся и обрезается. Устанавливаем автоматы. Автоматы устанавливаем. Сначала ставим первый шарик на усилительную косину на фрамуге самой. И от нее, от шарика, отмечаем 35 сантиметров. Ставим второй шарик по осям от шарика до шарика. И дальше идет пружина. Пружина всегда в натянутом положении, в закрытом положении должна быть фрамуга. И также отмеряем, ставим отметку, и от отметки уже также 35 сантиметров второй шарик прикручиваем. И также сверху ставим пружину. Пружина в закрытом положении должна быть в натянутом положении.